Несмотря на юный возраст, решение участвовать в конкурсе красоты Полина Барнашова приняла самостоятельно. Дома идею поддержали, и вот маленькая леди уже на сцене, поражая жюри многочисленными талантами и обворожительной улыбкой. Она уже точно знает о том, какой должна быть модель. Модель должна быть легкой, женственной, красивой. Я думаю, что она настоящая модель. Вместе с Полиной за звание победительницы борются сразу 15 участниц. Многие из них впервые вышли под свет софитов. Но даже сотни глаз не смогли испугать конкурсанток. Модель, пусть даже самая юная, всегда справится с волнением. Вначале визитная карточка. Здесь каждый смог показать свое мастерство. Стихи собственного сочинения, танцы и песни. А пока маленькие красавицы готовились к следующему заданию дефиле, зрители наслаждались зажигательной композицией. Главное требование – они должны быть самим собой, в принципе. Они должны быть раскрепощенными, открытыми и раскрыть свой внутренний мир вот именно своим талантом. В последнем конкурсе участницы больше похожи на фантастических бабочек. На сцене они появились в красивых бальных платьях. Здесь труднее всех было жюри. Нужно выбрать лучшую. Каждая участница получила свое почетное звание. Мисс очарования, мисс грация, мисс совершенства и множество других мисс. Победительницей конкурса в своей возрастной группе была признана героиня нашего сюжета Полина Барнашова. Ей достались диадема и титул принцессы. Юлия Храмова, Андрей Никонов, Вести, Мордовия.